И давай, Кирилл. Мусор, выходи. Выйди из моей машины. С кем-то еще созванивается, ты посмотри. По незащищенной линии, вообще красавица. Сережа. На тебе по шапке, Сергей. На тебе по шапке. Сергей, докажите, что вы не гей. У меня телефон разрядился, я включаю второй цель телефон. Какая была до остановки вас? И кто? Ты спроси, ты задержан? И что вам кто-то там писать, что-то собирался? Ну вы собрались писать сразу. Ну кто вам такое сказал? Ну вы сказали, ну, ты сказал. Вы сказали, что вот сейчас я буду составлять на вас постановление. Давай, приезжайте документы. Да, я же говорю, на листочек все данные. Старик, переписал на это, все данные на листе, все как умеет. Вот вторая крыса нарисовалась, как Куденко. А всем ролик понравился про Куденко? Кто смотрел? Смотрели все ролик про Куденко? Огонь! Вот это огонь! Вот это нормальный полицейский! Понравился тебе ролик про Куденко? Какой именно? Понятно. У вас там целая... Последний, давай скажу тебе, последний. Там, где разлетелось по всей Украине. Мусар, выйди из этого. Ты это, дилда выбирал. Дилда. Не, он для себя дилда именно выбирал. Потому что у него уже дилда не залазит, у него уже дилда. Потому что я уже его во всем. Серый, я не сильно буду удивлен, если ты на крысу выпишешь. Потеряю там. Надо побольше, да. Да, кстати. Рота, вы видели это? Короче, вот эта крыса, смотри, сейчас выписывают постанову без человека. Я думаю, что у вас будет, все будет прикольно. Понял? И будет из-за этого черта. Это черт. Который, смотри, человека нету. Он выписывает, откуда-то срисовал данные. Я ж не знаю, где человек. И он пытается выписать постанову. Это ты чем знаешь, попахивает? Тут просто вопрос не в том, тебя интересует где человек, а его не интересует. Я раздумал справу, сказал, буду ты подписывать электронную постанову, пусть тут. До кого подходить? Чувака нету. Слышь, ты ш... Чепуха ты. Ты будешь номер два. Слышишь, вы тут, ну, справа была разглянута, вы там... Да, разгляну, что, чем ты разгляну? Именно гамно. Именно мусорское говно. Я тебе сделаю рекламу, Карнаушенко. Карнаушенко. Это ж бывший гаишник. А-а-а. Да. О. Это третья стадия. Это третья стадия, да. Ай, поворотники-то не разные. А вызовите сюда мониторинг. Тут, походу, ну, с машиной что-то не то. Вызови, пожалуйста, сюда монитор. Потому что скажи, тут конфликтная ситуация и все. Сегодня кто этот? Борат. Как его? Борцов. Борцов? Ну вызывай Борцова. На повороте именно тоже вот. Ну, смотри, тоже запаленность. На всех поворотах. Да не, оно изнутри. Да, это запаленно. Спереди. Ну вообще, короче, красавчик. Тут конфликтная ситуация. Вот так вот полиция в нас не работает. Особенно в лице вот таких Карнаушенко и то. Сергей. Позор. Так там все тонировано. Что самое интересное, прикинь, старик, никто за него не вписывается, понял? Все стоят, молчат, потому что понимают, что ну... Да не, сейчас команды еще не было. У вас не было, да? Ломайте нас. Полностью. А Куденко уже тоже ломали. За Мельниченко тоже пытались ломать. Но что-то, блин, ломалка не выросла. Мельниченко по машинкам лазит, это нормально. А, вот еще на пыление. А кто ее взял, потонировал, я не могу понять. Это же запрещено. Я же говорю, что... А у чувака, за то, что у него видели. Спереди машина похожа на зеленая, ладно, с такой же самой. Пусть Денис приедет сюда и все, нечего рассказывать. Ну зачем, блядь, тут нечаянно машины поломаются сейчас, ёпта. Да, еще.
человека нету, на которого выписывают постановление. Нету, его здесь нет. Да, народ, самое удивительное, что вот эта крыса выписывающая сейчас постанову, а человек отлучился по своим делам. Будет интересно. Но у нас ролики заканчиваться не будут, поэтому будет. Следующая ночь, я думаю, джекпот Карнаушенко сорвал. Будем присутствовать при каждом его патрулировании, ночью особенно. День это так неинтересно, вот ночью. Так когда... это, слушай, люди жалуются, что здесь часто полиция. А, да? На территории. Вы часто тут завершаете, да? Здесь часто. Наверное, за месяца два первый раз. Ну вы, да, ну, говорит, полиция. Потом... Не, ну, может конкретно ты, да? Так что вот так. Я... Ну что ты, крыса, выписал? Будешь номер два теперь у нас в городе Харькове популярный. За твои поступки, которые ты делаешь. Мусорские. Печатает. Туалетную бумагу печатает. А на кого выписал? Что, конечно. Ты выписал постанову на кого? На кого ты выписал постанову? Что, отойди? На кого ты выписал постанову? На кого ты выписал постанову? Тебе это знать не обязательно. Тебе это мне не обязательно. Не обязательно. Да я людям должен рассказать, какая надо. Крыса появилась вот еще очередная. Это не обязательно. На которого я выписал. Согласно закону 9 статьи, а будьте любезны. Я не должен рассказывать его персональные данные. Сережа, я согласно 9 статьи, будьте любезны. Что, удостоверение показать? Согласно 9 статьи, закона национальной полиции. Или ты не знаешь? Что нужно сделать? Прочитай. На колени упасть. Прочитай. Прочитай сначала. Прочитай сначала закон. Или ты не знаешь закон. Или тебе твои гаишные дела еще просто понимаешь. Все. Что все? Что все сказали? Что ты теряешь? Слышь, мусор, у вас вот на канарейке тонированные стопаки. Давай, это запрещено. Слушай, если ты считаешь, что я сказал, у тебя есть... Ну все, считаю, тогда мы ждем мониторинг. Мы ждем мониторинг. Конечно, будем на тебя жалобу писать, идиота. Ты не считаешь, они не тонированные или что? Да ни при чем тут мою? Подожди, согласно закону ПДД, скажи, пожалуйста, это правильно или нет? Они тонированные или нет? Я тебе вопрос задаю. Тонированные стопаки неправильно, но я считаю, что у нас они не тонированные. Не тонированные, а какие? Это заводы они такие. Вот это. Сережа говорит, что смотрите, Сережа говорит, что вот с такими вот стопаками можно есть. Ты просто дебила из себя делаешь и все. Ой, смотри, тут разные. Ну и что? Ну ответь мне на вопрос. Они тонированные или нет? Он сказал, что можно. Так можно ездить, правильно? Гаишника все можно, по жизни было все можно. Так можно ездить или нет? А что? Круг троллейбусов. Не надо было херней страдать, если все было бы. А я вижу, какие ты. Ты хочешь сказать, когда ты был гаишником, ты тоже исполнял свои обязанности. Сколько бабок? Да ты был именно мусором, галимым мусором. Что ты так делаешь? Да потому что я конкретно тебе давал 50 гривен, когда еще был, блядь, неопытный. Да. А что было? Да. Я помню, на тебя штраф выписывал. Ты на меня штраф выписывал? Я помню. Ты тебя. Ты на меня штрафы выписывал? Да я тебе бабок давал. Я бабок тебе давал. Вы приезжали именно в АТП, кошмарили из Авгара бедного. Тут не знал, как от тебя теряться. Именно мусора галимы. И здесь ты людей кошмаришь. Тебя твои напарники, которые с тобой службу несли, они тебя не узнают. Говорят, дебилом стал. Просто дебилом. Если до этого просто потороченный был, то сейчас дебил, реально. Ты выписал постанову без человека, без ничего. Переписал куда-то данные его. На основании чего ты это сделал? А на основании чего я не могу переписывать данные? Что ты по-еврейскому задаешь вопрос на вопрос? Ответь на вопрос. Тебе запрещено это делать. Какой? Свой блокнот? Доставай паспорт свой. Достань свой паспорт. Подожди. Паспорт свой. Достань свой блокнот. Паспорт. Достань свой. Я с одним человеком. Пацаны, подождите, пожалуйста. Давай поспорим, что тебе запрещено это делать. Ну давай поспорим, что тебе запрещено. Ну ты что тебе показать? Покажи, что... Сережа, рассматривай дело по стопакам. Рассматривай, действуй. Или давай 50 рублей. Ну, блядь, значит, ждем другое руководство. Все. Это ж по курсу 8. Все, поговорили. Нет, мы ждем руководство едет сюда. Есть 200 гривен, я отпущу. 200 гривен. 200 гривен, я отпущу. А ты как крыса сядешь в машину и будешь сидеть, да? Крыса, выходи. Я буду заниматься своими непосредственными делами. И вот это полицейский. Да, мы ж зарплату у него платим. Вот это полицейский, скажи, пожалуйста, Андрей. Пацаны, он к нам вышел. Да это мразина, это мразь, просто оголимая мразь. А тебе я буду тебе это говорить, потому что, запомни, нормально
с людьми можно общаться. При одном условии, когда нормально ведет себя полицейский. Ты хочешь сказать, что здесь он сделал все правильно, человека нету, ему выписывают постанову какую-то именно чучело галимое, возомнил себя полицейского. Мы говорим, что у вас раз нарушение, два нарушения, три нарушения. Вам можно, сука, ездить так? Вам можно ездить? Есть. Нарушение и так далее. Что? Я. Вы попросили меня вызвать монитор? Я вызвал. Все, пусть едет сюда, мы дожидаемся. Что ты еще? Ну мы ждем тогда, потому что нам надо показать эту машину. Ну так вы не уезжаете. Я не уезжаю. Сюда. Ну все. Конечно, будем вот общаться. Я стою с вами, никого не буду. Ну давай, подожди, снимайте. Ну ты вызвал мониторинг? Народ, вот. Я поставил в известность. Все, красавчик. Смотри, нормально же почему-то все общаются. С тобой, с напарником. Вот, ребята, кстати, все. Только к нему почему-то такое отношение. Наверное, что-то тут где-то не так. Ну что-то да, неправильно что-то, он наверное, сделал. Что-то, наверное, где-то что-то он не то делал. Ну как, без человека постановление можно. Да ну его поверь, это легко. Это легко делать, так он и говорит, что... Послушай, это не впервые. С почином тебя, друг, вот честно, вообще. С почином. Открыл для себя Америку. Можешь поехать прямо сейчас на площадь. Вторая машина. И там стоят три долбика, потому что я их полицейскими не назову, за углом спрятались, блядь. Люди поворачивают, там знак только направо, люди поворачивают налево. Они без видео, без нихера. Там конвейер, у них там пачка постанов уже, я не знаю. А что ты не помогаешь людям? Да я же тебе, блядь, уже скидывал 100 раз. Так что ты мне, что ты не можешь приехать, блядь, помочь? Давайте, короче, все, ждем мониторинг там, да? Да. Друзья, в общем, ожидаем мониторинг, пусть приезжает, но я вам могу сказать наперед, приедет, говорит, ну вы, если что, пишите заявление, нет, мы сюда еще вызовем стрижак, зама вызовем, начальника мониторинга, всех вызовем сюда, покажем вот эту мразину. Ну, смотри. Так это Тор обратно приехал, Тор отсюда. Нет, так это второй едет. Нет. Нет, так они же еще... А поворотник чего не включил, когда перестраивался с радаряд? А что на знаке стоп не остановил? А мы, я же это сфиксировал, нет, ты вот понял? Нет, второй не остановился на знаке стоп. Что такое? Можно? Не остановились на знак стоп. Они с проблесковыми ехали, эти нет. Пусть этот за 50 рублей порешает. Серёжа, иди выноси постановление. Есть видео, фактично да, не едет. Про направление за 50 рублей. Здравствуйте. Добрый день. Добрый, а скажите, день. Пожалуйста, что вы ПДД нарушаете? Где? А вы когда въезжали, там знак стоп, вы не остановились. С той стороны? Да. И с той, и с этой есть знак стоп. Возможно, посмотрим потом, что у вас. У меня вот есть на видео, как вы нарушили. Я понял. Это первый вариант. Второй, смотрите. На данном транссредстве затонированы эти стоп-сигналы. Так. Насколько мы знаем, это запрещено. У них вся машина в тонировке. Тут затонировано, там поворотники затонированы, насколько мы это знаем. Так. Это второе. И третье. Вот в машине сидит полицейский, не, мусор, Карнаушенко Сергей, да, который якобы утверждает, что рассматривал дело за якобы за то, что человек с одного гаража в другой гараж перевозил транспортное средство. И при этом он утверждал, что он что-то нарушил. При этом сами приехали с нарушением. Мы уже не берем за проблесковую. Да, мы уже проблесковую не берем. И вынес без человека, даже не сказал, что сейчас будет выноситься, что розыск справы законченный. Не назвал никакие ни статьи, ничего. И переписал свой личный блокнот, насколько я знаю, это запрещено, свой личный блокнот, переписывать данные человека и выносить электронное постановление. В машине. В машине, без человека.
Все, три вопроса у вас, да? Три вопроса. Я думаю, что это постановление, однозначно. Это где водитель автомобиля? Какого человека вынес постановление? Ну, не знаю, водитель пошел пописать и до сих пор не вернулся. А что, за что постановление выписали? За то, что человек двигался без бампера по гаражу. Гаражу. Это гаражный кооператив, это даже не дорога. То скажите, пожалуйста, здесь запрещено с одного гаража в другой перевозить транспортсредство. Запрещено? Ну, я ж не знаю всей ситуации. Это просто вопрос. Можем ли мы с одного гаража в другой перевозить? Не, ну как, ну это же движение было транспортное. Но человек же управлял транспортным средством. На территории гаражного кооператива? Ну да, на территории гаражного кооператива. Ну допустим. Сейчас на территории. Но при этом номер находился под лобовым стеклом, так как не было технической возможности его установить. Ну, сзади был номер, хотя в ПДД написано номерный знак. Но постановление электронное, я так понимаю. Конечно. Оно уже, соответственно, в базе. И ПНП просто так его никто не удалит. Пройдется соответствующее рассмотрение по вашему обращению и будет принято решение. Давайте. А это твоя ручка? Да. Твоя ручка? Да, да, да. На, иди забирай. Иди забирай, вот твоя ручка валяется. Ты же человеку сказал, если попросишь, я тебе дам. Ты что, Бога возомнил или что? Ты Бога возомнил? Иди поднимай ручку. Ты что, думаешь, что тебе ее принесу или что? Вы поняли, короче, человеку говорит, человек говорит, дайте мне ручку. Он говорит, если ты попросишь, я, может быть, тебе дам. Что это такое? Ты что? Это хлопотание писал? Да, он говорит, если ты попросишь меня. Он же мониторингом это не говорил же. Он же тут белый и пушистый, только что так распинался перед мониторингом. Я все сделал честно. Я назвал статьи. Я помог ему написать хлопотание. А ну. Слышишь? А что ты обманываешь мониторинг? Ты что, хлопотание помог написать? Блабл. Да, он говорит, что да, я помогал ему. Все зафиксировано. Друзья, вот посмотрите на вот это. Это... У нас бывший гаишник Карнаушенко Сергей, который, пользуясь своими служебными полномочиями, издевается над людьми. И теперь сидит как крыса загнанная в автомобиле. Послушай, Сережа, твои 255 гривен, или 170 гривен, или 510, никого не напугают. Будь, оставайся всегда человеком, а не оставайся гнидой. Писька. Не, раньше в ГАИ этому учили. Еще раньше. Это ты что, ты, наверное, маленький был, когда этому учили. А когда ты пришел в ГАИ, тебя научили другому. Тебя какая-то, тебя укусила хорошо, муха. Он же ехал, подошел, увидел, да, правонарушение. Ну, твой ряд, он должен реагировать на эту ерунду, понимаете? Та не вопрос. Превентивні заходи повинні проводитися. Ну не чоловіка казачить. Я сказав, а якщо ти мені ще попросиш, я тобі ручку дам. Давай, давай по-другому. Якщо ми зараз бачимо правонарушення у вас, ви повинні відреагувати. Ну давай не будемо... Особа, яка виносить. Ну, подожди, на того, хто написав. Я об'ясню, от я всім уже почав. Я слышав, що ти говорить. Ні, просто ти зараз спрягаєшся. Знаєш, якщо ми бачимо, що бабушка торгує укропом, ти її повинен наказати. Правильно? По закону, правильно? Тебе? Ну, нужно оставаться человеком или нет, правильно? Много бабушек там наказано за укроп. Я, смотри, я тебе говорю лично ты, я говорю полиция. Ну, в общем, вот ты ж просто говоришь со стороны полиции, правильно? Ну вот со всей полиции говорю. А ну ёмана, ты полицейский должен говорить за полицию, потому что ты согласно закону национальной полиции действуешь. Если ты видишь правонарушение, да сейчас, да, мы еще не закончим. Торговля в неположенном месте, да, нужно пресечь. Ты что? Но вот в любом случае ты должен оставаться человеком. Но почему он не остался человеком? Ну он же говорит да. Вот и все, вся соль проблема.
Слышь, ну что ты закрылся, как мой этот мусорила? Выйди с машины хоть, ёперный твой. В Телеграме сидит там. В Телеграм? Да. Он просто привык этот... Жалобы на надзор кидает.